На внеочередном заседании Совета депутатов городского поселения Видное было принято решение о лишении депутатского мандата Павла Грудинина. Заседание прошло под председательством Игоря Коршакова. Также на нем присутствовали глава поселения Моисей Шамаилов и его заместители. Всего в заседании представительного органа власти приняло участие 13 депутатов. Помимо народных избранников и руководства города, в зале собрались и рядовые граждане, выразившие желание присутствовать на мероприятии. Повесткой дня сегодня рассматривается вопрос, в котором содержатся персональные данные одного из наших депутатов. Поэтому я обязан поставить вас в известность об этом и предложить рассмотрение данного вопроса провести на закрытом заседании. После прений большинство депутатов проголосовало за это решение, и заседание продолжилось в закрытом режиме. По его итогам, гендиректор совхоза имени Ленина Павел Грудинин больше не является депутатом городского поселения Видное. Совет депутатов лишил его мандата на основании представления Видновской городской прокуратуры. Это решение было вынесено на заседании Совета депутатов, и большинством голосов оно было принято по требованию прокуратуры, и решение вступило в свою законную силу. Несколько недель назад Павла Грудинина сняли с должности председателя Совета депутатов. Поводом для нового решения стали обнаруженные городской прокуратурой нарушения при подаче декларации о доходах. По информации надзорного органа, Грудинин не указал сведения о владении компанией в одном из офшоров. Из 13 депутатов, присутствующих на заседании, 11 проголосовало за представление прокуратуры, то есть оно было удовлетворено. Один депутат воздержался. И один депутат проголосовал против. Решение Совета депутатов вызвало неоднозначную реакцию у собравшихся в администрации жителей. Впрочем, и сама фигура бывшего председателя Совета депутатов, который, ко всему прочему, не является жителем Видного, имеет не лучшую репутацию у многих горожан. В тех муниципальных образованиях, о которых мы говорим, там должны быть именно жители, либо хозяйствующие какие-то руководители именно этого муниципального объединения. Весь совет превратился в базар. Базар, который не вносил сумятицу, он просто пытался развалить город. Напомним, Павел Грудинин стал членом Совета депутатов города Видное 10 сентября 2017 года. 29 сентября того же года он был избран председателем Совета депутатов.